Давно она здесь? Мне не нравится. Она не, это не страшно. Это не страшно. Главное, чтобы у нее девочка. Крови нигде нет. Крови нет. Я поглядела. Вот, видите, и она к тому же, она кормящая. Кормящая, да. Ой, боже что мой, она еще и кормящая. Угу. Ой, боже мой, а где же детки? Не знаю. Откуда она прибежала? Она здесь бегала. Я ее просто тут много, я всю зиму их подкармливаю. А где они хоть примерно могут быть? Так, ребят, собаку сбили 4 часа назад. Вот женщина мне позвонила, мы приехали. Не знаю, но дело в том, что она кормящая мама. Вот это страшно. И вряд ли она сможет нам что-то показать. Господи, помоги. Так, Миша, покрывало в машине, неси, пожалуйста. Я пока не знала, куда звонить. Сейчас. Нашла телефон. У нее по голове. Да, удар возле головы. Мне кажется, ее машиной ударило. Конечно, машина, это 100%. Господи, она же кормящая мама. Она вот тут лежала, так, я шла, она лежала, не реагировала. Нога была, неестественно, куда-то загнута одна. Да. Она кормящая мама, господи. Значит, где-то дети. Я даже не знаю. Ну, дети где-то на кладбище, 100%. Господи, ребята, если услышите, нет, если увидите, ладно. Угу. Пожалуйста, поспрашивайте всех, может хорошо, быть, кто-то увидит щенят. Хорошо. Вы знаете, я еще там вот похожу, там дом брошенный есть, это не на кладбище, скорее всего, где брошенный дом, там мне надо полазить. Полазить.